Всем привет! Вы на моем канале, с вами Ольга. Сегодня я буду сажать у себя в саду вот такой корешок. Смотрите, какой он интересный. Это эремурус. Очень красивый. У нас как раз сентябрь месяц. Отличное время, подходящее для деления куста. Вот, взрослый куст был разделен. И вот получились такие деленки. Корешок у него похож на морскую звезду. Вот такие толстенькие корешочки. Здесь прям такая копна волос. Это уже засохшие листики. Можно его, конечно, делить и по весне. Ну вот, решили осенью это сделать. Вот, для того, чтобы посадить этот корешок, я выкопала посадочную яму где-то глубиной 25 сантиметров. Выбирать нужно обязательно солнечное место. Далее нужно сделать дренаж. Эремурус не любит застоя воды. Ну, небольшой такой дренажик. Вот. Далее присыпать землей. Так, я сделала уже такой небольшой холмик, присыпала дренажный слой землей. Тут листовая, обычная садовая. Далее аккуратно распределяем корешочки на этот холмик и заглубляем этот корешок на 5-7 сантиметров. Вот так вот. И пускай обязательно он приживется и порадует нас цветением в начале лета. Эремурусы бывают разных цветов. Бывает белые, бывает желтые, бывает оранжевые. В моем случае это желтенький. И здесь вот под этими листиками две почечки. Вот одна. А вот вторая. У нас повторное цветение. Лилейников на заднем плане обычный. Желтенький. Красавчик, который начинал зацветать в начале лета и цвел до середины лета с перерывами. И вот сентябрь месяц, он набрал бутончики и еще радует своим цветением. Ну, а я буду заканчивать свою посадку. Вот и закончилась моя посадка. Желательно установить табличку с надписью о том, что здесь должен появиться на следующий год красавец яркий, с мощными цветоносами, у которого будут порхать бабочки и прилетать множество пчелок. Если у вас нету еще в саду эремуруса, то вы как раз можете сейчас его приобрести. Сентябрь месяц, подходящее время для посадки, ну а также можно это сделать весною. Вот, я люблю в саду желтые краски, это смотрится очень-очень даже ярко, нарядно, поднимает настроение. Ну а пока у нас осень, поэтому вид, конечно, совсем неприглядный, но это нас не должно огорчать. Будем ждать нового сезона цветения. А на этом я с вами прощаюсь. Пока и до новых встреч!